Решение, которое определит будущее всей планеты. Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшие минуты объявит о том, что США покидают Парижское соглашение по климату. Документ, который хозяин Белого дома будет зачитывать сейчас, уже попал в распоряжение информагентства Рейтер. Дональд Трамп еще во время избирательной кампании называл глобальное потепление мифом и обещал выйти из соглашения. Он утверждал, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу душат угольную промышленность и ведут к сокращению рабочих мест. По мнению Трампа, выход из Парижского соглашения даст новый толчок развитию американской энергетики. Стоит отметить, что Парижское соглашение ратифицировали почти 200 стран мира. Из числа членов ООН подписали все, кроме Никарагуа и Сирии. Теперь, судя по всему, к этой кампании присоединятся и Соединенные Штаты. Ну а Китай не выйдет из Парижского соглашения по климату вслед за США. Об этом заявил глава китайского правительства Лин Цюань. По его словам, Пекин будет и дальше выполнять взятые на себя обязательства по снижению вредных выбросов в атмосферу. А решение американского лидера осудили большинство мировых политиков. Во время саммита в Италии мы объяснили господину Трампу, что выход из соглашения по климату будет плохим решением для США и всего мира. Я придерживаюсь мнения, что нельзя принимать это решение. И дело не в том, что выход США из соглашения будет иметь финансовые последствия для Европы. Я уверен, что в первую очередь это будет означать серьезные последствия для экологии. Если вы хотите получить доступ к европейскому рынку, то вы должны уважать европейские стандарты. Я считаю, что Германия не может в этом вопросе действовать в одиночку. Все страны Евросоюза должны вместе обратиться к Дональду Трампу и открыто сказать, что если США выйдут из соглашения по климату, это серьезно навредит нашим торговым соглашениям и общему рынку.